Привет, это канал I Like Pet, я Таня. Сейчас я нахожусь на кухне, это значит, что сегодня мы будем готовить что-то очень вкусное для братьев наших меньших. Итак, этот выпуск будет посвящен кошкам, а вернее лакомствам, которые можно приготовить для них в домашних условиях. Порадовать мяукающего друга, выразить ему свою любовь или поздравить с важной датой. Все это можно сделать с помощью вкусного и аппетитного лакомства. Мы собрали рецепты кошачьих деликатесов, перед которыми не сможет устоять ни один мяукающий друг. При этом все перечисленные блюда не потребуют от вас особых кулинарных талантов или большого количества времени. Ну что, начинаем готовить! Рыбные палочки – блюдо, которое придется по вкусу любой кошке. Для его приготовления нам потребуется консервированный тунец в собственном соку без специй, рисовая мука, несколько капель оливкового масла и одно сырое яйцо. Перемешиваем все эти ингредиенты между собой. Из получившейся массы делаем небольшие полоски. После выпекаем их в течение часа в духовке при температуре 180-200 градусов. Если у кошки слабый желудок и есть склонность к диарее, масло из рецепта лучше исключить. Для приготовления вкусных соломок нам понадобится говяжья печень. Нарезаем ее тонкими полосками, затем раскладываем на противне, покрытом пекарской бумагой. Соломки из печени необходимо подсушивать в духовке в течение часа-полтора при температуре 100 градусов. Выдавать это лакомство кошкам лучше небольшими порциями. Следующее кошачье лакомство – аппетитные кубики. Для их приготовления нам понадобятся куриные крылья и куриное филе. Сначала варим крепкий бульон из куриных крыльев. При этом мы не добавляем в него соль и специи. Куриное филе нарезаем кубиками и спускаем в кипящий бульон. Варим кубики на слабом огне 5-10 минут. После убираем кастрюлю с плиты и оставляем кубики в бульоне еще на 2 часа. Затем извлекаем куриные кубики из бульона и даем жидкости стечь. После раскладываем их на противне и запекаем в духовке в течение часа при температуре 100 градусов. Лакомства для кошки готовы. Попробуйте приготовить их для своего мяукающего друга. Моей кошке эти блюда очень понравились. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!